В многофункциональном спортивном центре «Олимпия» стартовал первый кубок ректора по мини-футболу. Он посвящен 89-й годовщине образования Тюменского государственного университета. За почетный трофей в борьбу вступили 9 команд, представляющих институты. Матчем открытия турнира стала товарищеская встреча выпускников и сотрудников вуза с дружиной агентства спортивных новостей «Тюменская арена». В университетских рядах блистали легендарный Денис Абышев, областной депутат, чемпион мира по боксу Евгений Макаренко, гроссмейстер Евгений Прокопчук и другие, а капитанствовал Евгений Калунин. В открытии турнира решили провести матч между командой журналистов и выпускниками разных лет Тюменского госуниверситета. Те, кто уже на сегодняшний день добились выдающихся результатов и в спорте, и в профессиональной деятельности другой, для того, чтобы еще раз сплотить, показать, что Тюменский госуниверситет – это одна большая семья, одна большая команда. В итоге зрелищной борьбы победу со счетом 5-1 одержали хозяева площадки.